Здравствуйте! В эфире «Итоги недели. Свой взгляд». Сегодня мы расскажем о том, как прожил город прошедшую, прошлую, то есть неделю. А если конкретнее, то остановимся на том, что нужно для полной победы, на наш взгляд, гражданского общества в каждой отдельно взятой территории. Почему беспорядки больше толстеем? Как 1 200 000 перелетел в чужой карман? Опасные шутки или почему день дурака поумнел? Как изменится жизнь в апреле? Ну, об этом и разном другом в нашем сегодняшнем эфире. Начну с того, что по подсчетам лидера одной из партий на Россию наложено уже более 5500 санкций. И процесс не останавливается. Тем, кто еще не принял в этом участие, грозят пальцем. В этой ситуации важно сплотиться. И не просто сплотиться, а делать свою работу на каждом отдельно взятом участке на совесть. А чиновников всех уровней честно выполнять свою миссию. Не отчеты сочинять, чтобы быть в лучших, не набивать карманы, будто два века впереди, а реальными делами заниматься. Да так, чтобы сегодня жилось легче, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Тогда нас никакими санкциями не пробьешь. Хотя вся самая ненужная шваль, которая наворовала деньги, собралась, по мнению Пескова, в Лондоне. Но вся ли? Всем давно понятно, что санкции – палка о двух концах и ударяет другим концом по тем, кто их вводит. Но мы тоже действуем в зеркальном режиме. Япония, например, столкнулась с 7 позициями Япония, казалось бы, да, которые трудно заменить. В списке оказались нефть, уголь, сжиженный природный газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали. А мы будем сильны, как всегда это было, солидарностью и спокойствием. Итак, в эфире «Итоги недели. Свой взгляд». От мира порядка и беспорядка вокруг к порядку и беспорядку в доме. Порядок в доме – это когда мебель, вещи, вообще все находится в чистоте, мирно живет на своих местах. Не знаю, как вам, но мне тогда и мир вокруг кажется упорядоченным, каким-то аккуратным, и наступает состояние благополучия. В беспорядке все наоборот. Я бы назвала это неуютом. Он отвлекает, мешает получать удовольствие от жизни, от пребывания дома. Образуется беспорядок тогда и в голове, а он, в свою очередь, мешает жить. Мало того, в голову лезут какие-то обиды на себя, на тех, кто не убрал за собой, не помог. Вспоминается почему-то нездоровые отношения, ссоры. Короче, один негатив порождает другой. А недавно прочитала одно исследование о том, что грязная загроможденная кухня вовсе влияет на самоконтроль, когда съедаешь в два раза больше, то есть мечешь все, что попадет под руку, чем в состоянии покоя и благоденствия. Но на обычной чистой кухне с красиво накрытым столом все по-другому. Кто-то с этим поспорит? Что хорошая уборка делает нас счастливыми? Вряд ли такой человек найдется. Итоги недели. В эфире «Свой взгляд». Конец недели принес нам некий сюрприз. В результате борьбы сезонов город накрыло снежной шапкой. Снег скрыл серую весеннюю распутицу, и мир вокруг стал снова белым, чистым и непорочным. Белизна слепила глаза, и к нам снова возвращались по-детски приятные чувства и впечатления. И в мыслях наступал порядок. На дорогах было скользко и опасно. Не видно разметки. За 2 дня на областных дорогах произошло 118 аварий. Пострадали 8-9 взрослых и 3 ребенка. Да. Трасса ЕКБ Каменск-Тюмень. Авария в сторону ЕКБ. Пробка, не знаю, километра 2 уже, наверное.
А в воскресенье около 18 часов на Тюменской трассе под Белоярским произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель Hyundai не справился с управлением, машину вынесла на встречную полосу и бросила под КамАЗ. Ну а теперь о том, как прожил неделю город и что было с ним и в нем именно в общественно-политической жизни. В прошлой передаче я говорила, что 31 марта на свое заседание соберутся депутаты и будет объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы городского округа. Но этого снова не случилось. Вопрос был снят с повестки по причине того, что свой протест внес прокурор. Он усмотрел процессуальные нарушения в проведении вот именно самой процедуры. Мы с вами говорили, что срок полномочий Романа Валова заканчивается в июне, а в марте же, согласно законодательству, должен был быть объявлен конкурс по отбору кандидатур на эту должность. У прокуратуры, чтобы разобраться в коллизиях законодательства, в законодательстве, так скажем, есть месяц. Утекут ли вместе с этим отведенные законом сроки, собьется ли с установленного порядка прописанная законом процедура такого серьезного мероприятия, как выборы главного должностного лица городского округа, как знать. Но всегда остается надежда на здравый ум тех, кому может быть каким-то образом выгодна эта оттяжка, на их твердую память и, что самое важное в этой политической игре, учет мнения людей, которые незримо стоят за каждым из облеченных властью. Именно они были и остаются главными судьями ситуации. Можно обвести вокруг пальца десяток людей или больше, уж не знаю, но народ не обманешь, он как-то все знает и пазлы складывает безошибочно. Итоги недели в эфире, и я продолжаю. На прошлой неделе было и еще одно событие уже планетарного масштаба, скажем так, назовем его, да, наступило 1 апреля, и все сразу вспомнили про белые спины. Помните? А у тебя вся спина белая. Потом обман становился все более ухищренным, изощренным, а нынче все шутки как-то стали сходить на нет. Проходит время белых спин, на мой взгляд, развязанных шнурков или ваз к телефону, предположим. Оказывается, что самый первый массовый, кстати сказать, первоапрельский розыгрыш, о котором сохранились данные, состоялся в Москве. Ну, по крайней мере, так написано в источниках, в 1703 году глашатаи ходили по улицам, приглашали всех прийти на неслыханное какое-то представление. От зрителей отбоя не было, тем более все было бесплатно. А когда назначенный час распахнулся занавес, то все увидели плакат с надписью «1 апрель, никому не верь». А на этом неслыханное представление и закончилось. А Дню дурака, получается, в следующем году исполнится 320 лет. Но то ли дураков много, то ли день так живуч, то ли умных, умеющих шутить, становится больше, что столько живет этот день. Но если обычно розыгрыши просто смешили или раздражали, то сегодня могут быть они и опасными. Особенно если вы вдруг надумали шутить про коронавирус, например, или про политику. И дело даже не в штрафе. За любые фейки может ждать наказание. Аж до 5 лет тюрьмы. Вот вам и шутка в деле. Сегодня жизненно необходимы не анекдоты, а проверенная информация. Не распространяем то, о чем сами не уверены, в чем сами не уверены до конца. А еще жизнь учит не смеяться над чужим страхом, предположим, горем, ну или нервозностью, к примеру. В нашей области, продолжая тему фейков и реальных событий, в соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в мессенджере Telegram начали работать паблики «Объясняем.рф». Здесь также на сайте проекта ежедневно публикуются ответы на самые актуальные, часто задаваемые вопросы.
И здесь же можно найти самую достоверную информацию. Это, конечно, бесспорно полезный ресурс по многим направлениям. Тем более сейчас, когда не знаешь порой, кому и чему верить, и верить ли вообще в наше стремительно развивающееся и меняющееся время. Здесь можно найти ответы на ситуацию с ценами, предположим, ответы на поддержку семей с детьми, возможно ли перебои с лекарствами и в том числе с бесплатным обеспечением, импортными препаратами из-за введения санкций. Не будет ли в магазинах дефицита продуктов первой необходимости? К счастью, пока продукты в магазинах есть, и их достаточно, полки все забиты, заняты. Но цены пока во многих случаях остаются прежними. Сахар, например, но стали снижаться, надо отметить. Сахар стал постепенно возвращаться к прежним ценам. Конечно, уже не по 64 или 67 рублей, да, за килограмм. Уже, скорее всего, он по такой цене его не будет в продаже. Но хотя бы не по 120. И это уже обнадеживает. А офисная бумага, которая стоила за пачку 300 рублей, взлетела до 1500. И она сейчас, тоже по нашей информации, снова возвращается к ценам на начало года. Ну, теперь давайте поговорим о том, что нового принесет нам апрель. С 1 апреля начинается весенний призыв. С начала апреля вступают в силу налоговые льготы. В апреле социальные пенсии проиндексируют на 8,6%, то есть на прошлогодний уровень инфляции. Кроме того, начнут действовать налоговые льготы для поддержки предпринимателей. Проценты по банковским вкладам освободят от налога на добавленную стоимость, от НДС. Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю останется на прежнем уровне. Будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года. Порог налога на роскошь, напротив, увеличат. Под него теперь будут подпадать автомобили, приобретенные после 1 января 2022 года, при условии, что их стоимость составила 10 миллионов рублей и выше. До этого налог на роскошь распространялся на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. С апреля в силу вступит принятый в марте этого же года закон, согласно которому участников спецоперации на Украине, а и тех, кто принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской республик, признают ветеранами. Но льготы коснутся, вероятно, и семей ветеранов. Продолжаем. Время идет, а мы, как верили, отвечая на звонки и уловки мошенников, так и продолжаем верить, потому как, на мой взгляд, уловки все новые и все более изощренные. Ну, давайте вот приведу пример, как попалась на удочку одна из пенсионерок из Новоуральска, Мария Ивановна, назовем ее так. Она увидела в интернете заманчивый видеоролик о том, как, вложив в жилищную программу 1 200 000 рублей, можно за полгода получить прибыль в размере 3 миллионов, и потеряла покой. Ей стал сниться один и тот же счастливый сон. В итоге женщина оставила заявку на участие в программе. Вскоре с ней связался неизвестный, представившийся финансовым аналитиком фирмы, и убедил ее раскошелиться на якобы выгодный вклад. Все, что было на черный день у Марии Ивановны, а это 900 тысяч рублей, она перевела на счет мошенников. А на недостающую сумму 300 тысяч оформила кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала 6 месяцев терпеливо ждать маны небесной. В назначенный срок она решила выйти из игры, надеясь увидеть солидно приумноженный капитал. Но нетрудно предположить, каково было ее разочарование, когда сказочная карета превратилась в тыкву. Еще одна распространенная уловка, когда вместо так называемой жилищной программы, о которой мы сейчас говорили, людей вовлекают в партнеры компании, деятельность которых якобы связана с группой предприятий «Газпром» и «Тинькофф». Однако финал здесь такой же печальный, то есть деньги не растут и тут, как на дрожжах, а только обещают их вырастить. А буквально в эту субботу дома
нашего города обходил молодой человек, якобы из горного щита, с записной книжкой и каким-то непонятным сертификатом в руках, видимо, для пущей убедительности, и настойчиво предлагал осмотреть балкон для будущих ремонтных работ на доме, якобы уже намеченных планом. Ну а теперь новости коротко. С 1 апреля по 31 октября для пенсионеров вводится скидка 50% на проезд в пригородных поездах на территории нашей области. С подробностями льгот можно, конечно же, ознакомиться на сайте Свердловской пригородной компании. Запись детей в первый класс тоже началась с 1 апреля, но только тех, кто проживает на закрепленной за школой территории. А запись других будущих первоклассников, которые хотели бы тоже учиться в той или иной школе, но не проживающих на закрепленной за школой территории, будет проходить 6 июля до 5 сентября. Ну, конечно, если останутся свободные места, понятно. Записаться в первый класс можно с 6,5 лет, но не позднее 8. А записаться можно как в школе, в МФЦ, ну, так или через дистанционный портал госуслуги. Все больше закрепляется привычка заказать лекарства дистанционно. Конечно, возможно, это и удобно, время не теряется, и цены пониже, но продажа лекарственных препаратов с доставкой разрешена только аптечным организациям. В Свердловской области таких всего 7. Уже в этом году выявлено, тем не менее, 60 фактов незаконной продажи лекарств в интернете. Дело в том, что препараты в этом случае могут быть небезопасными, например, даже из-за нарушения условий хранения. И вообще, втюрить могут что угодно, а все-таки это лекарство, а не что-нибудь, да? И они нужны для выздоровления, для здоровья, а не наоборот. А если лекарства в данный момент нет в аптеке, ну, то рецепт все равно примут и препарат закажут. Правда, ожидание не всегда оправдано. Наверное, должен быть в этом случае небольшой запас. Депутат законодательного собрания Михаил Зубарев совместно с главой города Романом Валовым и депутатом городской думы Юлией Казанцевой приняли на личном приеме 14 человек в пятницу и рассмотрели порядка 40 вопросов. Темы, которые поднимали люди, большей части касались жилищно-коммунальной сферы. Тут же на месте был решен вопрос, многострадальный вопрос водоснабжения коллективных садов. «Цементник» и «Дружба» называются сады. Подачу воды там осуществлял «Тухолужцемент». Позвонили тут же директору предприятия, и Андрей Мореев по телефону подтвердил: «Без воды не оставим». Это его фраза, заверил он. С каждым из обратившихся обещают связаться по мере решения вопросов. С 1 апреля сотрудники пожарно-спасательного подразделения, представители местной власти и сотрудники полиции проводят профилактические рейды на водных объектах. Лед, по словам известного русского поэта Алексея Некрасова, рыхлый и похож на тающий сахар, как он сказал. Ну и, конечно, он очень опасен. Но предупредят еще, ладно, а если оштрафуют, ничего хорошего. А еще хуже, если под лед, ведь можно провалиться, если под вами льдина треснет. Это и вовсе трагедия может закончиться. 31 марта в ночное время, в начале 12 часа, на улице Кунарской горел автомобиль «БелАЗ». Пожар был потушен в течение буквально 4 минут, но повреждены и подлежат восстановлению, тем не менее, моторный отсек, кабина и колеса автомобиля. 31 марта в послеполуденное время на улице Ленина загорелся жилой дом. Огонь уничтожил кровлю, стены частной бани. Также 11 пожарных справились с огнем за 15 минут, но пожар не щадит, и он оставил, конечно, после себя печальное зрелище. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки. Во вторник, 29 марта, жители многоквартирных домов стали жаловаться на снижение давления воды в системе. Как оказалось, в районе Доброцена лопнула магистральная труба водовода. Пока шел поиск места утечки, сотни кубов освободившейся чистой воды заливали территорию вокруг.
что осложняло начало ремонтных работ. На устранение аварии выдвинулся весь состав ремонтников во главе с директором Сергеем Комягиным и главным инженером горкомсетей Андреем Рябковым. Оба специалиста со стажем, опытные руководители. И на этот раз они оставили место серьезной аварии, когда вода снова пошла по сети в город. Надо сказать, что ветхие старые участки водовода рвутся с завидной регулярностью, но пока в организации есть надежные люди, вода, несмотря на серьезность аварии, продолжает поступать в город через максимально короткое время. А чаще всего мы даже не замечаем, что где-то порыв, авария, и трудятся люди. Запасливые хозяева всегда держат запас в резервуарах, и сами резервуары в степени готовности. А в этот раз, пока шел ремонт участка магистральной трубы, оперативно сработала и управляющая компания Сухолужская, организовала работу по подвозу воды жителям многоквартирных домов. Вот пример взаимодействия служб, трудового такого, я бы сказала, тандема, и в итоге все выигрыши — и жители, и коммунальщики. Планируется ремонт 7 многоквартирных домов. Это дом номер 9, 21А, 29. По улице Юбилейной, 17-й дом, 17-Б по улице Гоголя, это в микрорайоне кранового завода, дом 7-й по улице Гагарина, дом 1 в переулке Буденного. В трех домах запланирован ремонт кровли. В доме номер 21А по улице Юбилейной заменят еще и систему горячего водоснабжения. Но в остальных домах все как положено, как прописано в законодательстве. Муниципальная антикоррупционная комиссия подвела итоги работы органов местного самоуправления городского округа по противодействию коррупции за прошлый год. По данным первого заместителя главы Людмилы Абрамовой, в прошлом году все муниципальные служащие должности, их 76 человек, предоставили сведения о своих доходах. Проверка декларации выявила, что 7, тем не менее, служащих допустили недостоверные и неполные сведения. Уведомления о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений не поступало. Круглосуточный телефон доверия остается тем же самым, где можно сообщить о фактах коррупции, на всякий случай. Это телефон 445-16. И под занавес хочу непременно передать искренний привет орлятам, тем, с кем работали во Всероссийском детском центре «Орленок» и которые смотрят нас в разных уголках страны. И отдельно орлятский привет Санкт-Петербургу, где нас тоже не забывают. Орлятская дружба и теплота отношений с годами только крепнет. А жизнь и вправду похожа на качели, то вверх, то вниз. То день, то ночь, то все хорошо, то что-то не так. Жизнь похожа на качели, то вниз, то вверх тебя несет. Сегодня сделали карьеру, а завтра все наоборот. Высокий пост, отличный рейтинг, статьи в газетах круглый год, медали, почести, признания. А завтра все наоборот. Сегодня ценят вас как друга, в семье уют, любовь, комфорт. Но стоит только оступиться, и завтра все наоборот. Но коль попал ты в переделку, и жизнь тебя нещадно бьет, держись в седле, ведь может завтра случиться все наоборот. Итак, всех с юным месяцем, апрель. Тихо! Успокойтесь! В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше
закончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Вспывая, кто это поет? Не знаю. Интересно. Итак, это все на сегодня. Все наши новостные ленты, новые проекты и много другой полезной информации в эфире кабельных уральских сетей на кнопке 21 либо 23. Нас можно смотреть у оператора кабельной сети «Конвикс» на кнопке «Тут 193 или 197», где нас могут видеть жители 12 городов. Можно смотреть нас, чтобы не пропустить и узнать новости раньше других, первыми, и в собственном телефоне или планшете. Мы во всех популярных соцсетях. До следующей встречи. И не терпите неудобства. Не миритесь с беспорядком. Давайте вместе улучшать нашу с вами жизнь. До свидания. До новых встреч. Всегда есть вернуться повод. Простите, а что здесь такого?